26 мая в Каспийске в рамках проведения всероссийской акции «Сад памяти» состоялась торжественная церемония закладки сквера в память морякам КФЛ, погибшим в ходе войн и вооруженных конфликтов. Такое решение было принято в прошлом году в дни празднования 300-летия Каспийской флотилии. Было принято решение о строительстве на этом месте памятника, мемориала в память нашим погибших товарищей не только в годы Великой Отечественной войны, но в ходе вооруженных конфликтов и, конечно же, в ходе специальной военной операции. Реализована закладка сквера при поддержке правительства региона, администрации и депутатского корпуса Каспийска, а также комитета лесного хозяйства. В рамках этой акции по количеству погибших граждан России 27 миллионов деревьев высаживается по всей стране. Сегодня мы завершаем эту акцию, акции в Каспийске в память погибшим представителям флотилии. Завершаем акцию в Республике Дагестан. В рамках этой акции на территории республики посажено более 50 тысяч саженцев во всех районах республики. Здесь она особенно памятна, потому что Каспийская флотилия давно уже выразила желание разбить такой сквер на своей территории и увековечить память погибших своих коллег. На мероприятии присутствовали командующий краснознаменной Каспийской флотилией Александр Пешков, глава Каспийской Борис Гонцов, депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расулов, представители юнармии, учреждений, организаций, семьи погибших военнослужащих в ходе СВО и многие другие. С приветственным словом выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Это символ памяти нашего народа, признательности, уважения и восхищения профессии военного моряка, которая в нашей стране во все времена была в почете. Великий адмирал Павел Степанович Нахимов сказал: у моряка нет трудного или легкого пути. Есть только один путь – славный. Всего на данном участке будет высажено более 150 деревьев. Это кавказские сосны, ясень, платан, береза, туя и многие другие, которые теперь будут символизировать и олицетворять военнослужащих, не вернувшихся с поля боя.